У Білгород-Дністровському продовжують ремонтувати дороги. На минулому тижні комунальники працювали по вулиці Ізмаїльській. Сьогодні городяни їх бачили по Бугаській. Ямковий ремонт у розпалі, кажуть, благоустрою. По ремонту дорог ми почали працювати ще в початку іюня, в середині іюля, але ремонтер наш був на ремонті, тому неділю назад ми його вже відремонтували. Так случилась поломка техніки з техніка. И на той неделе уже ремонтер полным ходом вышел в работу. Значит, выполнен ямочный ремонт, вот эта установка. Это бетонная эмульсия 60%, которая перемешивается со щебнем и не требует, и укатывается пневмоукаткой, то есть укатывается колесами машин, я так скажу. Начали мы делать, уже выполнили. Улица Измаильская, это от магазина «Меркурий» до въезда в город и обратно. Мы прошли две стороны, заделали все мелкие ямы. На завтра, якщо дозволять погодні умови, дорожній ремонтер буде працювати по вулиці Незалежності від Лазо до Ушакова. Необхідний матеріал для цього закупили ще в минулому році, каже Ольга Трушкіна. Дорожний ремонтер працює у всіх містах України. Його використовують. Чим він хорош? Тим хорош, що він, во-первых, меньше трудозатрат, он не требует, если ямочный ремонт асфальтом, он требует обработку кромок, разборку этого асфальтобетонного покрытия. Здесь просто выдувается, проливается эмульсия, задувается щебнем мелкой фракции 5-10 и проливается бетонная эмульсия 60% водной. Вода испаряется и эмульсия буквально минут через 15 она уже твердеет и можно использовать эту дорогу, ездить по этой дороге. Поки комунальники латають ями на дорогах, підрядник приступив до капітального ремонту по вулиці Чкалова. Кажуть, благоустрої, в планах так само привести до ладу і вулицю Чехова та Льва Толстого. Попереду ще багато роботи, та грошей поки що вистачає, запевняють посадовці. Я ж говорю, що закінчили ми в п'ятницю, закінчені роботи були по проїзду від вулиці Тимчишна до дитячого дому. Там вже закінчена робота. Там тротуары, проезжая часть целиком, очень красиво получилось, очень удобный пешеходный маршрут, который будет связывать и 11-ю школу, и садик номер 2. И, например, люди, когда мы проводили работы, очень много людей шли пешком с платформы Тира в район улицы Южной. То есть это мы соединили, мы привели в порядок и пешеходный маршрут, и автомобильный маршрут. Очень удобно для жителей того района. Мы не останавливаемся, шаг за шагом мы, ремонтируем город. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.